Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор пустых баночек за какой месяц? За май. Май пролетел, уже июнь, а мы никак не отснимем обзор. Итак, 21 баночка от Oriflame и 2 от других производителей, всего 333 балла, 19500 почти рублей по ценам каталога и 15600 по ценам для консультанта. А сколько экономия? 4000 почти, без 100 рублей. Слушайте, здорово быть партнером компании Oriflame. Все равно этой продукцией я бы пользовалась и так или иначе, а так как я в компании, так это вдвойне приятно. Итак, начнем с самого крупного. Это коробочка от коктейля клубничного Wellness. Коктейль обожаю. Самый любимый мой вкус ванильный, на втором месте клубничный, и потом идет шоколадный. Периодически берем шоколадный, кстати, сейчас он как раз есть, но он все-таки очень сладкий, и он больше мне похож, напоминает десерт. Если клубничным и ванильным я просто перекусываю, и мне это очень нравится, и моему организму, моему телу, то шоколадный все-таки он какой-то такой вот сладенький очень. Так, и вот как раз те продукты, которые не от Oriflame. Здесь сахарный скраб для тела. Давайте я вам про него расскажу. Фирма Organic Zone позиционирует себя как органическая продукция. По-моему, фирма уже около 5 лет на рынке. Скраб использовали с удовольствием, понравился. То есть он такой прямо со вкусом какао, такое приятный аромат, приятная консистенция, вот такое чувство, что я прям вот таким сахарочком натирала кожу. Кожа очень чистая, классная, и после того как его используешь, кожа классно себя чувствует. О, понравился скраб, очень понравился. Маска для волос восстанавливающая, тоже из этой же серии Organic Zone. Но вот по поводу маски я не могу сказать, что вау, маска и маска классно. Волосам нужно питание, нужна маска. Здесь масло ши, масло зародышей пшеницы, и как раз для ослабленных и секущихся волос. В общем-то, продукт, можно даже сказать, очень неплохой. Да, некоторые продукты из этой серии мне нравятся, но не все. И кстати, когда вот скоро будут новые пустые баночки, и туда как раз попадет кое-что, я вам расскажу, что не понравилось. Вот, и еще один продукт, и мы его не учитывали, мне присылали из корейской косметики вот такие маски. Маска, я так понимаю, с глиной, но мы ничего не поняли, потому что перевода нет. На сайте все пролазило, даже не поняла, какие продукты для чего. Но вот маска, мы поняли, что это маска, что она с глиной, с какими-то водорослями, большая. Мы на две части делили, делаем маску вместе, например, я и дочка, или я и Миша, и дочка, на всех хватает толстым слоем. И маска очень понравилась. Это фирма Кика, или посмотрите сами, Сика, Кика, непонятно немножечко, но маска очень классная. Их было в наборе несколько штук, это вот одна просто как раз закончилась, попробовали и не выкинули. Я говорю, так, нужно про нее тоже рассказать. Так, пошел Oriflame. Oriflame мыло детское, маппеты и с ароматом яблоко. Просто вот сейчас мы им как раз допользуемся, в форме лягушонка. Аромат яблочный на всю ванную, такое классное мыло. Единственное, не очень удобное, так, кот, иди отсюда, кот полез в коробку, как бы оно в форме лягушонка, поэтому вот намыливать не всегда удобно, там нога лягушонка иногда мешает, но в общем-то это не мешает пользоваться с удовольствием таким классным мылом. Ну, сразу покажу еще витамины. Это витамины Wellness Pack, целая коробка. Обожаю именно в коробке в этой заказывать витамины, потому что здесь 21 пакетик, и в каждом пакетике, ну-ка иди отсюда, уходи, ой, дерется еще, прись, хулиган, 21 пакетик, и в каждом пакетике целый наборчик: 2 капсулы омега-3, 1 астаксантин и 1 витамины и минералы. Берешь пакетик, выпиваешь разом, и все. Я практически каждый день снимаю видео, не всегда выкладываю, но стараюсь в Инстаграм хотя бы выложить коротенький ролик, что я каждый день пью витамины, поэтому я так хорошо выгляжу. Я считаю, что это заслуга витаминок. Одно из моих любимейших средств
для купания и мытья рук. Конечно, здесь написано, что это гель для душа, но мы можем и руки спокойно мыть, потому что аромат лимончика, он так очищает, классно освежает. Серия Essence & Co с натуральными эфирными маслами, 300 мл объем, с дозатором, вот просто сказка. Обожаю этот продукт. Бывает иногда на них большая скидка, и тогда уж мы набираем побольше этих продуктов. Зубная паста закончилась, две. Травяной комплекс OptiFresh и отбеливающая. У нас всегда открыто 3 или 4 зубные пасты, и мы их чередуем. Утром, например, я отбеливающий чищу, на ночь травяным комплексом или защитный, иногда освежающий. В общем-то, что душе угодно. Вот отбеливающий не рекомендуется пользоваться постоянно, а как сказать, курсами. Например, 2 недельки попользовались, сделайте перерыв на месяц, на полтора, потом можете опять пользоваться. Но я в основном пользуюсь, когда мне, например, нужно куда-то на видео, например, записываться, или куда-то идем на мероприятие, то я всегда отбеливающей пользуюсь, потому что с ней заметно зубы становятся белее и сияют больше. Вот. А такие пасты, они все полезные для десен. Десны не кровоточат, нет воспалений каких-то, то есть очень комфортное состояние во рту. Это, мне кажется, очень важно. Закончился кондиционер мед и молоко, но в основном им пользовалась Лерочка, дочка. Я его тоже люблю, но больше мне нравятся кондиционеры, сейчас расскажу какие. Botanicals, сейчас мои фавориты пойдут. Серия против выпадения волос, там просто кондиционер бесподобен. Я люблю маски в пакетиках. Здесь нету? Нету. Она наверху осталась, там чуть-чуть не допользовали. Маски в пакетиках. Вот любимчиков сказала. И это мне тоже серия нравится, но чуть-чуть просто поднадоело, потому что одно время просто брали все время или эту серию, или восстанавливающую серию HRX. И когда пошли новинки, то хочется все время что-то новое пробовать, поэтому я так и делаю. Вот, так и делаю, пробую. Так, закончился крем для ног с тыквой и апельсином, по-моему. Ну, пахнет прямо вот апельсином, тыквенного аромата я не почувствовала. Крем хороший, густой, жирненький, но оставляет как бы ощущение, знаете, такой пленочки, вот тут чуть-чуть его осталось. Бывает, что... как вам объяснить, вот даже не знаю. Но вот есть крема, которые впитались, и все, и мы про них забыли. Они оставили только вот ощущение мягкости, напитанности, увлажненности. А этот вот так его не чувствуется. Вот он сейчас питается, и все. А когда начинаешь, например, идти по там по ламинату, то чувствуешь, как ноги чуть-чуть как бы вот прилипают. То есть вот какое-то ощущение не очень приятное. Нет, мне вот это ощущение точно не нравится, а аромат и состояние кожи ног мне очень нравится. Так, это отдала Лера, разрезала до последней капли. Лосьон для тела, это была коллекция, которую уже сняли с производства, она была такая ситуационная. Вот бывают какие-то продукты на сезон или на 1-2 каталога выходят. К сожалению, с этой коллекцией то же самое случилось. Что мне нравилось в этом лосьоне? Приятный аромат, не резкий, не броский, такой нежный. И блеск, этот лосьон с блеском. Такое сияние вот наносишь на загореленькие ручки, на плечики, на ножки. А вот так не видно, что блестит. А в целом кожа как будто бы отфотошопленная. Вот как бы я сказала. Вот она прям как будто ровная вся, молодая. Вау, такой классный лосьон. Но у меня еще один там есть. Срок годности у него, правда, уже прям на грани. Ну, в этот сезон используем точно. Я не знаю, плакал Миша или нет, когда у него закончилось это средство для очищения, серия Novage Man. А я ему взамен дала мыло белое для умывания. Но вот этот гель для умывания, он с черным углем, он крутой.
Он крутой, я даже сама иногда у него подворовывала и умывалась. Мне нравится этот запах мужской, вот он такой классный, дерзкий, динамичный, такой прям ух, сексуальный. Но Миша не каждый день пользуется этой серией, а ну, 2-3 раза в неделю. Вот так вкусно пахнет, вот от лица, от бороды, прям вау. Как-нибудь повторим, ну, пока мыло пусть использует, ну, для разнообразия, не все время же на вейдж пользоваться. Мой любимчик, капелька даже осталась, это средство серии The One для снятия водостойкой косметики с глаз. Минуточку, я не пользуюсь водостойкой косметикой, но только этот продукт начисто удаляет все. Вот сейчас, например, вышла новая мицеллярная вода в серии Optimus, она круто удаляет макияж, круто, но стрелки не удаляет. Когда я наношу стойкую нашу подводку, не справляется начисто, то есть надо долго, а этим моментально. Умылась, то есть смочила реснички, там стрелочки, лишние там тени, что-то смываю, наношу на ватный диск, сразу беру два, прикладываю, считаю до 30, аккуратно вниз опускаю, открываю глаза и подтираю вниз, два движения, потом чистой стороной еще раз протираю обратной стороной, где тоже пропитано это средство, и бывает чуть-чуть вот тут в ресничках приходится аккуратненько подтирать, ну потому что здесь труднодоступные места. Вот вау. Единственное, что многим не нравится, что оно такое маслянистое, а мне наоборот нравится, у меня уже ощущение, что у меня все мягонько. От мицеллярки такого нет, там все сразу сухо скрипит. Так, ну краску мою любимую покажу, мне кажется, я про эту краску все уши уже прожужжала. Упаковка сейчас поменялась, но краска вроде бы нет, хотя девчонки, кто красится в темные цвета, сказали, что ощущения вообще другие. Если вот прям дословно рассказываю, у нас девочка официальный обозреватель, она красится черной краской, и она сказала, что предыдущая у нее оставляла след, как шапочка, то есть кожа была темная, а с новой краской она покрасила, смыла и показывала нам прямо так рядок на видео, чистая голова, кожа не окрашивается, значит что-то поменяли, хотя говорят, что состав не изменился, но не знаю, кому верить, мы верим обычно нашему жизненному опыту. Так, что здесь еще одно мыло, мыло с ананасом Мальдивы, шикарный аромат, просто шикарный, он сейчас у нас в гостевом душе кусочек лежит. Гости все в восторге, все такие: а какое у вас вкусное мыло. Я говорю: да, Oriflame. Ну что ж тут уж. Так, это Миша отдал свой мужской комплекс мультивитамины и минералы и астаксантин. У нас так получилось, что были подряд акции на эти витамины, на эти, на омегу, и я набрала банок, потому что было выгоднее, чем комплекс, но потом они сейчас заканчиваются, и мы опять вернулись к комплексу. Удобнее, конечно, комплекс, чуть-чуть подороже получается, но удобней. Ну а так как мы подписку оформляем, все равно выгодно, что не говори. Так, это тоже Лерчонок отдала, сразу два тюбика, все она съедает прям до конца, моя обжорка. Ей очень понравился AZ крем, а мне кажется, вот этот вот Optimals круче CC крем, ну, не знаю, по крайней мере для моей кожи, вот этот слишком легкий, он прям жиденький такой, легенький. Этот, ну, все-таки я люблю немножечко поплотнее текстуры, нет, я не хочу, чтобы они были как замазка, но не совсем уж жиденький, все-таки у меня много проблем на коже, у меня и там гиперпигментация там скрытая появилась, какие-то покраснения, у меня раньше было очень много прыщей на лице, и все равно какие-то следы есть. Вот хотелось бы вот ровный тон, и вот когда чуть поплотнее тональная основа, получается ровнее. Вот у меня сейчас на лице Aqua Boost, она тоже легкая тональная основа, но она прям все перекрывает, все недостатки. Вот. Мой любимый крем, крем для кожи вокруг глаз, Экологен, серия Novage, с дозатором, очень удобно, капельку взяли на пальчик, ну тут ничего нет, видите, я прям так до последней капли высунула, так нанесли и пошли работать прихлопывающими движениями. Боже, какой крем крутой, мне кажется, благодаря ему у меня еще нет вот этой дряблости, как у многих женщин в моем возрасте, я просто смотрю, что вот здесь вот веки висят такие вот, съеживаются, я так
надеюсь, что это еще через какое-то время, потом или никогда, вот, буду пользоваться дальше этими кремами. И закончился дневной крем, серия тоже NovAge Ultimate Lift. Я его так растягивала, потому что я ждала новый заказ, и в нем как раз приехал новый крем Optimals, мне вложили как официальному обозревателю, Urban Gold 3D. И мне так хотелось, как бы, ну, чтобы не было открыто сразу две банки, уж закончить один и перейти на другой. И я думала, что мне еще на пару дней не хватит, но мне хватило, я прям растянула там сыворотками, да, спреями все брызгала. Крутой крем, там и аромат у него божественный, и все божественное. Вот масло чайного дерева, мне кажется, в каждый раз в пустых баночках один или два флакона. В основном пользуется Лера, у нее какой-то гормональный сбой произошел небольшой, и вылезли прыщи на лице, и мы не знаем, как их убрать. Их, конечно, сейчас уже практически нет, но все равно такая длительная борьба, наверное, месяца 3-4, мы уже все и то, и ничего не работает. Мы были удивлены, но маслом классно не только от прыщей, все ранки, все царапки, укусы. Вот меня сегодня комар укусил, сейчас побегу мазаться, мы видео записывали, я чуть не завизжала, потому что меня в ногу цапнули, в спину цапнули, а потом Миша сказал, да-да-да, я, говорит, открыл дверь и прям видел, как комары полезли в дом. Это было неприятненько. И выкидываю баночку, там еще что-то есть, но им уже пользоваться нельзя, это сушка для ногтей. И я теперь не знаю, как я буду жить дальше, рассказываю. У меня был запас, когда я узнала, что снимают с производства эту сушку, выйдет новая, я взяла 3 или 4, взяла новую сразу попробовать, она не сушит, я сижу 10 минут с простым лаком, два слоя тонких, вот этот мой любимый золотой, не сохнет, а мне нужно быстро, накрасил, снял, пошел видео снял, пошел работать, я не могу сидеть 10, 20, 30 минут и ждать, когда у меня пройдет липкость, я просто не поседа, мне надо все время куда-то бежать и что-то делать. Так вот, я полезла на сайт купить сушку для лака, вожу, мне выдают на Озоне, я там посмотрела, отзывы разные, хорошие и плохие, потом я смотрю Avon дешевле, и там спрей, а у нас как-то в Oriflame были капельки для сушки, вот такая крутая штука, кап-кап-кап, и все моментально высыхало. Я думаю, о, возьму-ка я лучше спрей Avon, почему бы нет. Я захожу на сайт, набиваю, 139 рублей по-моему или 149, думаю, цена огонь, вообще там скидка 50%, я выбираю, что мне с доставкой на дом, мне показывают по моему адресу, какой придет представитель, то есть я не регистрируюсь, я просто делаю покупку как клиент. Я такая радостная, думаю, еще и домой принесут, вау, отлично. Жду день-два, приходит письмо на почту, что упс, извините, но вам этот представитель не принесет заказ, ничего не получится, закажите заново. Я захожу на сайт, открываю выбрать представителя, там всего два, я выбираю другого, не тот, который был в первый раз, и через два дня мне опять приходит письмо, что я ничего не получу. Ребят, это как? Я вообще огорчена, просто огорчена. Вот, рассказала вам такую историю. Я, конечно, не знаю, что мне теперь делать. Ну, наверное, буду на Озоне покупать сушку, чтобы мне ее привезли, потому что та, которая сейчас в Oriflame, да, вот она мне не нравится. То есть она дает покрытие, ногти блестят, но они не сохнут. Вот, все вам рассказала. Слушайте, вроде бы совсем ничего. А ого, сколько, да, денег все это стоит. Удивительно, рядом. Ну, понятно, витамины дорогие. Сразу 4 банки витаминок, дорогой крем NovAge, что-то другой, но остальное все, в общем-то, очень даже доступное. Спасибо вам за внимание, надеюсь, обзор полезный, нашли для себя что-то и по продукции, да, по отзывам интересное, и до новых встреч. Если есть вопросы, пишите прямо в комментариях, не стесняйтесь, я всегда с удовольствием отвечаю. Отличных вам впечатлений от продуктов и, самое главное, результатов. Пока-пока!